Всем привет! Рады представить вам новый электронный стадикам Snob M1. Появился он у нас у одних из первых в России, магазин proaimshop.ru, ссылка под описанием. И давайте посмотрим, что он из себя представляет. Нам прислали его вот в такой упаковке. На самом деле упаковка будет еще лучше, она будет в картоне, но это уже будет в следующих версиях, в следующей партии, которая к нам придет. Давайте посмотрим, что внутри упаковки, что мы видим. Сам электронный стадикам, кабель, с помощью которого можно будет подключить его к компьютеру, груз, если у вас iPhone 7 Plus, Galaxy Note, подобные большие стадикамы, то нужно будет использовать дополнительный груз, который в него будет устанавливаться. Давайте посмотрим сам стадикам. Сам стадикам компактный, материалы приятные, пластик видно качественный. Ну и в целом оставляет положительные впечатления. Резьба есть для дополнительных аксессуаров. Вот, давайте его разложим. Посмотрим. Я думаю, идеально подойдет для путешественников, потому что места много не занимает. Ну и видно, довольно-таки крепкий стадикам. Думаю, ничего с ним не случится в поездке. Давайте установим смартфон. Устанавливаем на центр. И давайте запустим. Вот, конструкция необычна, отличается от Фию, от Жиюнов, но тем она и интересна. Вот, посмотрим. Давайте посмотрим, какие режимы. Вот первый режим. Переключение пока по слежению по горизонту. И полное слежение. Сейчас мы переключали режимы через кнопку, а вообще режимы будут переключаться через официальное приложение Snopok. Сейчас цена этого устройства составляет 9900 рублей, что делает его лидером среди подобного рода девайсов, среди электронных стадикамов.